Как открыть доступ кассирам для работы по сменам? Чтобы кассиры могли работать по сменам, владельцу М-кассы на своем устройстве необходимо передвинуть ползунок в профиле «Работа по сменам». Далее в устройстве кассиров во вкладке «Профиль» в графе «Почтовый ящик» указать имейл, на который вы хотели бы получать электронную версию отчета. Для приема оплаты кассирам необходимо открыть смену. И в конце рабочего дня закрыть смену. При нажатии «Закрыть смену» формируется отчет за день и высылается на почту, указанную ранее. Теперь ваши кассиры могут принимать оплату по сменам и автоматически высылать отчет на почту.